Сейчас на данный момент наши ребята есть разбросаны по всей Донецкой и Луганской области. Мы знаем, где находятся 2, 3, 4, 5 раз, ну, разное количество ребят, но сейчас отправлены на ту сторону поисковые группы, которые занимаются поиском и выясняют, кто же все-таки из наших ребят находится в плену и где. Очень много находится у полевых командиров, и сейчас наша задача собрать у полевых командиров и перевести в СБУ для того, чтобы ребята вошли в обмен. Самая главная задача – найти ребят тех, которые находятся там, потому что те, которые находятся в СБУ, допустим, Луганск, Донецк, мы знаем, но также мы знаем, что есть ребята, которые еще с Иловайска находятся в плену, то есть их используют как рабочую силу и не желают их отдавать.